Ходит много слухов, что нутру нужно лить только через клоаку. То есть показывать модераторам одну страницу, белую, а другим пользователям ваш оффер. Сегодня мы поговорим с вами, как можно нутру лить без клоаки и можно лить с клоакой. Нутра, шмутра, что оно такое вообще? Друзья, с вами Александр Луценко и рубрика «Вопросы от подписчиков». Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить ни один из еженедельных видеорецептов. Нутра внутри рознь. Если хорошо посчитать правила Фейсбука, то Фейсбук не запрещает товары для омоложения, то есть крема для лица разрешены. А это считается нутрой. По факту можно лить нутру без всяких клоак напрямую на лендинг. Но не все так просто. Да, у вас могут быть проблемы, вас могут забанить. Например, из-за вашего лендинга, если вы там делаете невероятные обещания вашего товара. Например, человек станет молодым за один день. Значит, воно и не увеличивает. Также могут быть проблемы с креативом. Во-первых, он может быть уникальным, это по умолчанию. Второе, не сильно акцентируйте внимание на лице. Также нельзя ни в креативе, ни в лендинге указывать до и после эффект. То есть, если вы отбелите хорошо ваш лендинг и креатив, то можно лить без всяких клоак омоложения. Большинство в товарке думает, что товары для омоложения – это запрещенный товар, поэтому его даже не начинают продавать, боясь банов. Но за такие товары Facebook не банит, и они имеют хорошую маржинальность из-за допродаж. Как запустить такой товар, я снял видео по стратегии 1.1.1, которое будет в описании этого видео или в подсказке. Но если вы не хотите менять лендинг или у вас какой-то другой товар, не омоложение, то можно воспользоваться клоакой. То есть переправлять людей на ваш лендинг вашего оффера, а модераторов на белый пушистый сайт. Как сделать белый пушистый сайт? Сделать можно его с помощью генераторов специальных white pages или самостоятельно. Если вы продаете товары для похудения, то белым пушистым сайтом является это сайт спортзала или инфобиз каких-то курсов для похудения. Вы его копируете и ставите как свой white page. Ага, вот как оно работает. Далее давайте я покажу, как настроить клоаку. Для примера возьмем сервис Клоак IT. Ставим наш сайт оффера, ставим наш сайт white page, делаем стандартные настройки Клоак IT и убираем людей, кто будет заходить с IPv6. Также советую не включать вашу клоаку, пока ваше объявление в Фейсбуке не прошло модерацию, чтобы все посещения шли на белый пушистый сайт. И в статистике вы уже можете видеть, что по вашей ссылке ходят боты. Друзья, владельцы сервиса Клоак IT дали нам скидку 40% на покупку любого тарифа по промокоду LPCRM. Ссылочка на этот сервис будет в описании этого видео. Договорнячок, я его раскрыл. Друзья, на этом все. Надеюсь, вам было полезно узнать о тонкостях внутри. Не забудьте также подписаться на мой канал, поставить жирный лайк этому видео и пишите в комментариях, что вы хотите узнать в товарке, в арбитраже. Пишите.